За обеденным столом семья Переверзевых собирается регулярно. Сегодня за чашкой чая с вареньем обсуждают прошедший день и делятся планами на каникулы. В большой дружной семье 5 детей, 3 из них – приемные. Самый старший – Саша, ему 17 лет, Даша и Кирилл помладше, им 15 и 10. Первую в семью взяли девочку, решение принимали сообща. Первая дочка у нас появилась 12 лет назад, ей было 3 года. Это получилось все очень случайно, как бы, может быть, не очень правильно. Мы шли от ребенка, мы увидели ее и уже потом стали узнавать, возможно ли взять ее в семью, как бы, да. И очень шли к этому долго, где-то полгода мы все это узнавали. Так как мы были первыми в городе, то никто еще особо ничего не знал. И сказать-то нам не могли, по большому счету, как должно быть. Поэтому мы ходили методично, узнавали. И когда мы решились, то документы мы оформляли тоже не очень быстро. Ну, может быть, в течение месяца. А все вот со всеми раздумьями это полгода примерно заняло. И вот у нас появилась дочка. Даша и Кирилл часто проводят время вместе, оба любят рисовать, каждый свои увлечения. Кирюша собирает конструкторы и с удовольствием показывает свои модели, а Даша обожает лошадей, даже помогает в конюшне и ухаживает за животными. Брат с сестрой спортсмены, хоть и маленькие, но уже с наградами. Кирилл занимается гимнастикой, а Даша танцами. Ребята уверены, без поддержки родителей не достигли бы таких результатов. Мама и папа – пример для них. Мне нравится в этой семье. Когда меня мама взяла, мне понравилась эта семья. У меня сразу появилась сестра, брат, ну, еще один брат. Ну, мы начали ездить в разные лагеря, ну, в разные страны там. Может, в этом году поедем куда-нибудь, в какую-нибудь страну. У меня родители добрые, красивые. Много чего нам рассказывают, всякую информацию, которую мы запоминаем. Они очень умные. Папа любит там с техникой. Мама очень много читает, рукоделие у нее. Многие приемные родители боятся брать в семью подростков, но это не про Переверзевых. 2 года назад у Кирилла и Даши появился еще один брат – Саша. Сейчас он учится на слесаря-монтажника судового, до окончания учебы всего 2 года. А в свободное время учится вождению, в планах приобрести свой автомобиль. Разобраться в автоуроках помогает отец семейства. Родители шикарные, всегда помогут, подскажут, что либо сделал, ну или неправильно, помогут подсказать, как это сделать более лучше. Помогут выбрать какой-то путь в той же учебе, ну или где-нибудь помочь в каких-то проблемах. Игра «Башня» в этой семье одна из самых любимых. Детали убираются одна за одной, пока башня не рухнет, тогда игра заканчивается. Для мамы это параллель с жизнью. День за днем у детей уходят нехорошие воспоминания из прошлого, а барьеры между родителями и детьми со временем рушатся. Даша, так как она была маленькая, она стала называть мамой сразу же вообще, сразу же, буквально со второго раза, еще когда она была в доме ребенка, мы к ней приходили. Там и дети говорят, что Даша, к тебе пришла мама, и педагоги тоже говорят, там Даша, мама пришла. Как-то тут вообще никаких вопросов не возникало. Кирилл, он меня называл изначально по имени-отчеству, ему было трудно как бы привыкнуть. Мы поехали в лагерь, и он периодически сам, причем я не просила ни в коем случае. Для меня не принципиально, как меня называют, потому что, ну, тут дело, мне кажется, не вот именно в этом, как относится. И поэтому он периодически перескакивал с имени-отчества на мама, а потом, ой, опять на имя, ну, вот так вот, туда-сюда. А еще и на вы изначально, как бы, когда мы с ним были знакомы, да. Саше 17 лет, он уже взрослый вообще человек. Он называет меня по имени-отчеству. Как бы я ему предлагала, давай, может, попроще, там, тетя Оксана. Он сказал, не, он вообще ничего не сказал, но, видимо, так как не смог, то я такими вещами даже не задумываюсь особо. Главное, как им... Ну, вот ему комфортно так называть меня, ради бога. Многие будущие приемные родители задаются вопросом, что же будет, когда возьмем ребенка в семью на воспитание? Останутся ли один на один со своими вопросами и проблемами? Будет ли сопровождение? Основную поддержку мамам и папам, конечно же, оказывает отдел опеки и попечительства. Опека – это достаточно такой контролирующий орган, который, конечно, помогает нам всегда и советами, и какими-то моментами, но как сопровождением-то они не занимаются. Сопровождение – это вот психологи, социальные педагоги, которые сейчас находятся у нас на базе у детского дома. Они сопровождают, вообще, как вот на форуме я говорила, что они должны сопровождать семью постоянно, вот с первых дней, и пока ребенок вот растет, вот пока приемная семья, потому что бывает, правда, сложно, особенно если родители там не педагоги, без образования, да, как-то разобраться в каких-то моментах.
Сопровождение приемных семей необходимо для решения проблем развития приемного ребенка, родителей, семьи в целом. При этом специалисты используют индивидуальные формы работы. Сотрудники оказывают не только психологическую помощь, но и педагогическую, юридическую и социальную. Фонд «Арифметика добра» активно взаимодействует с московскими коллегами. Одно из направлений – повышение квалификации кадров. Подготовка кандидатов в приемные родители и сопровождение во время адаптации – самые сложные периоды в жизни новой семьи. Специалисты детских домов с новыми методами помощи мамам и папам. В этом году несколько десятков сотрудников участвовали в специальном трехдневном тренинге. Эта программа направлена на развитие компетентности специалистов, которые готовят приемных родителей и которые занимаются сопровождением замещающих семей. Этот тренинг помогает специалистам более профессионально рассматривать эту важную очень деятельность и помогает осваивать новые методы, приемы, формы. А также сегодня мы знакомились с концепцией и подходами, которые нам предлагает фонд «Арифметика добра». И, в общем, мы согласны с тем, как они это представляют. И они предполагают, что в дальнейшем мы сможем обучать этому других специалистов, которые на местах в области занимаются подготовкой приемных родителей. Начинают учиться, они начинают чувствовать, они начинают понимать, осмысливать и тому подобное, то, что должны и чему они должны учить на местах тех людей, которые к ним приходят. То есть мы в роли, получается, тех родителей, будущих родителей, которые мы будем обучать. Поэтому это опыт бесценный, пропускание через себя, осознание через себя, да, какие-то свои мысли, переживания, личный опыт. То есть когда ты все это прочувствуешь, когда все это через тебя проистечет, ты более, наверное, грамотно будешь оказывать помощь тому человеку, который к тебе обратился. Кроме сопровождения, в регионе существует несколько направлений поддержки приемных семей. За 3 года в Поморье более 3000 детей-сирот обрели новые дома. О проблемах и актуальных вопросах родители и специалисты говорят на ежегодных форумах. В основном это 2 направления. Это, естественно, финансовая поддержка для приемных семей. Второе – это некие меры по тому, чтобы поддержать на первом этапе семьи, оказать им методическую и любую помощь, психологическую в том числе, для того, чтобы ребенок адаптировался в семье, приемные родители понимали, что и как необходимо делать. Вот такая поддержка есть, она будет продолжаться, и более 17 организаций у нас в регионе работают по данному направлению. Органы опеки и попечительства в каждом муниципальном образовании, районе, городе, и они стараются с этими семьями работать, отрабатывать какие-то ситуации совместно, смотреть, как детям сегодня в данных семьях. Ну и что самое главное, еще ведь есть у нас и общественная организация, которая как раз создана для приемных семей, которая сегодня возглавляет Корытова Светлана Владимировна, сама с очень большим опытом работы приемной семьи, приемной мамы. И я думаю, что общественная организация, она тоже дает определенный, во-первых, и стимул для будущих приемных семей, а во-вторых, и если какие-то возникают вопросы, то и совместного обсуждения в рамках этой общественной организации они тоже всегда имеют возможность получить, обсудить и получить какие-то ответы на заданные вопросы. Один из немаловажных факторов – избежать эмоционального выгорания у приемных родителей. В Северодвинске, например, в клубе приемных семей по средам проводятся встречи по профилактике выгорания. Оксана Переверзева, как приемная мама 3 детей, уверяет, бояться таких занятий не нужно. Они помогают решать проблемы и делиться опытом. Комплексная поддержка и сопровождение приемных семей играет ключевую роль в достижении социализации ребенка в новой семье. Сопровождение должно быть длительным, постоянным и систематичным. Кроме того, оно должно осуществляться командой единомышленников. И такая в нашем регионе есть. Те семьи, которые приняли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, и в которых возникают проблемы во взаимопонимании, воспитании, послушании, могут обратиться для организации сопровождения в органы опеки и попечительства по месту жительства.